Привет, друзья! Я Наталья. Сегодня я вам покажу, что я вяжу, что связала. И хочу рассказать про погоду. Погода у нас стоит замечательная, золотая осень. Скоро все листья уже с деревьев опадут, так как у нас сильные-сильные ветра. Сегодня очень сильный ветер. Я немножко вставлю вам зарисовочку. Но погода стоит отличная, жара, как летом. Вот уж бабье лето настоящее. Дождик вот за август, за конец августа. Нет, за конец августа, там в последних числах августа. И в начале сентября был один всего дождик. И еще обещают вот завтра, а там опять погода без дождей. Тепло, тепло. Вот, про погоду рассказала. Сегодня я вам покажу, что вяжу. Связала носки. Вот носки. У меня был один носочек связан. И вот связала второй носочек. Такой простой носок. Рабочий, крестьянский, потому что это сапоги. Валенки пойдут. Это пряжа Ализе Боркум Батик. Это акрил. Здесь у меня распущенная шапочка. Тут с вискозой что-то связано. И хлопковая нитка. А это Ализе Суперлана Классик. Две нити. Набирала тут по 12 петель. 48 петель. Набрала я по 14. Померили. Было широко. И я распустила по новой. Набрала. Вот два носочка у нас связаны. Такие хорошие носочки. Сережа как раз. Это первая работа. У меня готова одна единственная. И у меня завалялся вот такой вот клубочек. Ализе Реал 40. Это ангора. 100 грамм, 480 метров. Ну, что тут у нас? 60% акрил и 40% шерсть. Вот такая белая ниточка. А, не сказала, да? А, нет, 100 грамм, 480 метров, сказала. Я связала вот такой вот образец. Девочки, на руки на мои не смотрим, смотрим только на изделия. Сегодня занималась морковкой, хотя и в перчатках. А все равно как-то неаккуратно, видимо. Вот такое связала я образец. И думаю, что мне из этого клубочка, моточка одного связать. Вот он у меня один, единственный. И вот я начала вязать шарфик. Сейчас я его беру. И вот такой вот шарфик у меня вяжется. Здесь я набирала 62 петли. Так, 62 петли, да. И спицы номер 4. Вот так вот вяжется. Вот такое полотно получается. Вот видите, оно как получается. Вот так вот. Я не стала искать никакие там замысловатые всякие узоры ажурные. Это просто вяжется один ряд. И на лицевой стороне. И на изнанке вот такой ряд один идет, и все. Вот эту вот снимаем. Нет, эту провязываем лицевой. Здесь две вместе лицевую. Эту вот петлю и накид провязываем две вместе лицевой. Изнаночной. Накид делаем и две вместе изнаночной. Что наговорила вам? Вот так получается. И вот такой вот шарфик у меня получается. Нет, это не палантин, это будет шарфик. Вот. Что еще не сказала? Вот это я начала позавчера. Это я за позавчера начала и за позавчера это вот связала на спицах. Вот, ну, я не знаю, сколько тут мне хватит. До конца, наверное, клубка буду вязать. Сколько будет, столько будет. Какой длины имею в виду. Вот. И вот такая пряжа у меня была.
Ангора, Ализе Ангора Голд. И что тут у нас? 80% акрила, 20% шерсти. И в 100 граммах 550 метров. Она у меня 5 моточков была. Я ее покупала давно. Но я еще покупала, которая вот с блесками. И вязала из нее шаль. Шаль... Мне показалась она колковатая. Я ее подарила тете. И она сейчас ей пользуется. И вот из этой пряжи я решила себе связать. Не знаю, что это будет. Свитер, не свитер. Джемпер, не джемпер. Ну, не знаю, что-то будет. Вот что я связала уже, девочки. Так, минуту, внимание. Ага. Ладно, все нормально. Я думала, тут петельки спали со спицы. Вот. И что тут я натворила? Вот, девочки, что у меня получилось. Такой узор. Но этот узор вяжется не с регланом, а снизу вяжется, чтобы его рассчитать равномерно. Видите, как у меня получилось неравномерно. Я что-то посмотрела, мне не понравилось вот на камеру. А так, как-то в жизни, так вроде ничего. И вот такой рисунок по рукаву идет. Одна полоска, вторая и третья. Такая ажурный рисуночек. А ворот я решила сделать, думаю. Я хотела, во-первых, я хотела вязать в одну нить. Я же вяжу в две нити. В одну нить связала я два раза. И вязала я другой ажурный узор. Мне не понравилось очень-очень тонко. Но я почему-то не могу. Вот вижу, вот все вяжут. Мне нравится. Такое тонкое изделие, хорошее. Такое тоненькое, нежненькое. А мне ведь надо все, чтобы было. Вот такое вот. Вот. И я взяла, связала лицевой гладью. И потом методом трех спиц я соединила. И сделала вот такой зубчатый край. Но немножко почему-то у меня вот, видите, оттопыривается. Но я знаю, почему оттопыривается. Он, потому что когда я набирала на петли, на вспомогательные петли сначала первый ряд, я взяла толстую нить. Мне кажется, только из этого. И видите, вот так вот он как бы... Вот как бы он вот стоит квадратом таким вот. Но я подумала, что может быть после стирки, может быть, это поправится. Но если не поправится, придется мне тут ставить резиночку. Такую слабенькую. Но как вот сидит вот на шее вот это вот место, мне нравится. Я мерила, уже вот видите, сняла, думаю, померяю и покажу вам, видео сниму. Как оно сидит вот на шее, вот это на плечах, мне нравится. Немножко стоечка, как бы он тут. Ну, я думаю, что это разгладится после стирки. А спинка, как обычная спинка. А регланная линия, это у меня вот такая вот перевернутая петля. Две петли. И вот так хорошо, красиво получилось. Солнце отсвечивает. Вот закрыла штору. Видите, какой вид. Вот такая вот петелька получилась. Так красиво. Мне понравилось, как идет. Но это я тоже начала, наверное, ну, чуть пораньше, чем шарфик на 2 дня. Он вяжется быстро, легко. Но сейчас еще ведь домашние работы. Ой, морковь, свеклу убирать надо. У нас подполье такое влажное, теплое. У нас не хранится ни свекла, ни морковка. Так что мы ее сразу же обрабатываем. Или морозилку какую-то. Что-то я консервы какие-то делаю из них. Сегодня вот еще один рецепт нашла для свеклы. Я, конечно, делала уже свеклу, икру из свеклы. И вот сегодня нашла. Надо сделать, потому что тепло на улице, и она вянет быстро. Ну, вот такие вот у меня дела. Что тут я тут? Ну, какое имеет значение, сколько тут набирала. Каждый по-своему тут набирает. Но он такой мягонький.
Я думаю, выстирается, не будет колоть. Как-то прижимала, так вроде как и не колется. Но как-то раньше вот он не кололся. Сейчас думаю, дай-ка я попробую. Потому что что-то мне захотелось из этой пряжи повязать. И вот сколько вот. Интересно, сколько. Вот сейчас я взвешу. Сколько у меня из одного моточка уже отвязано? 33 грамма. Вот осталось по 33 грамма. Это два моточка. Так что вот. У меня еще 3 мотка. Так что я думаю, не знаю, может быть, хватит, не хватит. Посмотрим. Ну, как хватит на длину. Сейчас немножко длину я повяжу, а потом рукава начну вязать. Рукава свяжу. А насколько длины хватит, столько и буду вязать. Но длинный сильно вязать не буду. Не нравится мне сильно длинные. Вот такие у меня работы, девочки. Что я связала. И вот так вот. Шарфик такой красивый, нежный такой получается. Прямо супер. Не знаю, может быть, подарю Ольге. Не знаю. Вот так. Такое небольшое видео. Спасибо, что посмотрели. Всего вам хорошего, теплой погоды и бодрого настроения. До встречи!